Друзья, всем привет! В этом видео я хочу вам рассказать, как отбалансировать пропеллеры на наших летающих игрушках. Все вы наверняка сталкивались с диким желе на камере или неадекватным поведением нашего полетного контроллера, связанного с вибрациями. Все это, конечно же, у нас из-за вибраций. А вибрации в нашем случае, если это квадрокоптеры, то создают их моторы и пропеллеры. Моторы балансировать можно, но это достаточно сложно, да и попасть там толком-то не всегда получается. Да и делает неблагодарное, потому что моторы на самом деле бьют не сильно. Основную вибрацию у нас создают пропеллеры. Каждый автомобилист знает, что если плохо отбалансировано колесо на машине, то на большой скорости оно создает дикое биение, вибрацию в руль, по всему корпусу машины и так далее. С квадрокоптером и с летающими игрушками все в точности точно так же. А поможет нам отбалансировать наши пропеллеры вот такой вот купленный за пару баксов на AliExpress станочек, специально предназначенный для их балансировки. Вещь очень-очень простая. Это две вырезанные одинаковые из карбона пластины с пластиковыми перемычками. Вот здесь вот сверху в них встроены магниты, и на этих магнитных подвесах крутится вот такая вот шпилька, у которой на конце, как видите, они чуть ли не до иголочки заостренные концы с одной и с другой стороны. И две такие вот шайбочки, между которыми зажимается пропеллер и балансируется. Сейчас я покажу, как это работает. Но для того, чтобы нам отбалансировать пропеллер, нам потребуется данный станочек. Пропеллер, ну, на примере 6-дюймового вам покажу, изолента и ножницы, чтобы все это дело отрезать. Со станочка снимаем вот эту иголку с зажимами, снимаем один из зажимов, вставляем сюда пропеллер. Надо попасть так, чтобы пропеллер желательно был по центру. И зажимаем две эти гаечки вместе, чтобы пропеллер в них центрировался. Видите, они в виде такого конуса. Вешаем все это дело обратно на станочек. И что мы видим? Видим дикий дисбаланс. Эта сторона у нас гораздо тяжелее вот этой. Каким боком ни поверни, она все равно перевешивает. Чтобы отбалансировать пропеллер, нам на более легкую сторону нужно добавить груз, либо сточить с более тяжелой стороны немножечко. Стачивать мы не будем, можно повредить пропеллер, а на более легкую сторону мы просто приклеим маленький кусочек изоленты. Он и будет являться нашим грузиком, противовесом. Отрезаем кусочек изоленты, приклеиваем, и что мы видим? Мало, надо еще. То есть этот пропеллер у нас получился просто супер кривой. Берем еще один кусочек, добавляем с обратной стороны, поближе к краю, проверяем, оп, и уже перевес идет в его сторону. Много. И дальше подбираем методом тыка, начинаем понемножку убавлять вес. И вот, как видите, при помощи нехитрых манипуляций с изолентой и этим станочком нам удалось добиться практически идеального баланса данного пропеллера. Вот он стоит, не перевешивает ни в одну, ни в другую сторону. Если его совсем чуть-чуть подтолкнуть с одной стороны, он пошел сюда. Если опять же поставить и совсем чуть-чуть подтолкнуть с другой стороны, он пошел в другую сторону. Теперь можно точно сказать, что на этом пропеллере вибрации не будет.
Вот такая вот прикольная штуковина. Стоит пару баксов, а пользы приносит очень много. Потому что собрав квадрокоптер за 200-300 долларов, получить из него потом трясущуюся вертушку, приятного мало. А при помощи вот этой вот очень простой штуки можно добиться идеального баланса наших пропеллеров. И свести вибрации к нулю, радоваться и играться. На этом все. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, заглядывайте в описание, смотрите наши другие видео. Всем пока!